Всем доброе утро. Марта, скажи доброе утро. Подоились и идем гулять. Сейчас я его до соседки привяжу. Вчера я колышек там вбила. Сейчас у нас 6:15. Марточка, что там у тебя? Муха села. Ай, муха. Будем долго мы идти, потому что Марточка будет травку жевать по пути. Очень нравится ей спарыш. Цикорий утром как он голубеньким цветет. Пчелки летают. Вон пчелка. Видно? Не знаю, не видно. Вон пчелка там. Летает. Это цикорий. И вот пчелка. Да. Вон Феликс вышел нас сопровождать. Феликс любит Марточку. Марточке вкусное молочко, да, Феликс? Марта, идем, я тебя до Люды привяжу. Пошли. Марта. Марточка. Марточка, красавица. Ой, это у нас тревогу включили, сирену. Ой. Пошли, Марточка. Идем до Люды. Идем. Идем. Ты, Марта, туда-сюда ходишь? Я телефоном мотыляю. Давай. А потом мне Виктория, моя подружка, скажет, что ты телефоном, Марина, мотыляешь, когда видео снимаешь. Доброе утро, тетя Валь! Марточка, идем. Ой, я, наверное, не так снимаю, надо вот так. Извините. Марта. Идем. Идем, Марточка. Идем, Марта. Марта, как ослик. Мы пока дойдем, полдня пройдем. Ага. Да я ее там до Люды опять прибила, там поотрастала. И я ее ближе там, где... Вот тут вот мы ходим с ней. Она жрет амброзию. Да надо, я Косте скажу, хай косой повырывает. Я вот там повыдергивала. Вы знаете, а Марта кушает. Дядь Валера сказал, что это, а козы кушают амброзию. А я даже и не знала. Нет, я не видела. Мне этот, как его, Боря сказал, что она с давлением в больнице. Угу, с давлением. Тетя Валя, хорошая у вас стрижечка. Ну, вам хорошо очень. Да? Я думала, недавно. Марта, мы долго будем ходить? Идем до Люды привязываться. У меня козочка, и я купила у другой женщины тогда троих козлят. Две девочки и мальчика. Сейчас буду выводить. Не, я выращиваю двух девочек, чтобы на осень сводить с мальчиком. Гляну, какой будет с них толк, потому что мы их купили. Они были в таком состоянии, ну, я ж не соображала еще, ну, в этих козах, как бы. Вот, такие козлята бедные, она их кормила, та женщина, водой, манка на воде и сухариками. И мы их таких, ну, да,
Боже, мы когда приехали за ними, я как посмотрела, это Старолозаватка. Марточку, мы тут покупали, вот эта улица Европейская, туда в поля в конце. А эту как и? А козля так Старолозаватка. Мы на такси ездили. Я как увидела этих козлят, ну они на тот возраст не выглядели. Но мне отчим сказал, ничего страшного, выкорми. Ну и выкармливала я. Ну, вроде бы так это, но все равно они должны лучше выглядеть. Больше, ну. А может мне. А Костя так приходит с работы, смотрит, говорит, да чего, говорит, такие, говорит, они, ну, так подросли. Да. Костя сегодня покусит в том брусе. А он вот это почти неделю подряд отработал. Вот это сегодня первый выходной, он спит, я говорю, спи, я сама там и до уток схожу. У нас же еще уточки. Вот. Да надо что-то им придумать. Я говорю, Костя, че колесо как-то обрежь для воды. Вот у нас есть там колесо. Бо вы знаете, там емкость на 5 литров. А что ж им 5 литров на это, 17 уток? Мамочка. Есть корыто, а Костя тогда цемент мешал и не помыл ничего, так и оставил там вот это. А я говорю, давай зальем. Он, так хай будет, потом если мешать. Я говорю, Костя, а потом нам надо будет мешать, мы заберем уток. Да, это ж мы ж не борщ с него потом есть. Вот он сегодня это, точно вы сказали, а я говорила за корыто. Вон оно стоит. Да ему 100 лет тому корыту. Это еще не от Мистюревича досталось, по-моему, корыто. Его не украли тогда. Марта, иди поздоровайся. Марточка. Я ее хотела карамелькой назвать. А потом думаю, ну раз у нее уже есть имя. Ну. Да. Марточка. Ну ты на чем ночевать? В интернете, в Вайбере мы голосовали. Кто за, ну, чтобы детки ходили, а кто онлайн.